Бендеры, улица Павлика Морозова. На втором этаже этой пятиэтажки живет 80-летняя женщина. Сейчас в окнах темно, хозяйка в больнице. 28 декабря у нее случился инсульт. Спасти жизнь женщине удалось благодаря слаженной работе экстренных городских служб. При патрулировании на админучастке в вечернее время к нам обратился гражданин и пояснил, что ему необходима помощь, так как он пришел к своей матери на адрес Павлика Морозова, 9, и ему необходимо попасть в квартиру. Но он в течение 20 минут стучал в квартиру, звонил, но на эти действия никто не реагировал. Милиционеры, испуганный мужчина, еще раз попробовали достучаться до пожилой женщины, но и эта попытка оказалась безуспешной. На место происшествия вызвали спасателей. В квартиру на втором этаже они проникли через окно. Я зашел в квартиру, тут же открыл дверь, и вместе с хозяином мы проследовали в другие комнаты, где на полу обнаружили женщину в пожилом возрасте, которая лежала без сознания. Спасатели срочно вызвали скорую помощь. Бендерчанку госпитализировали в городскую больницу. Сейчас ее состояние стабильное. Оперативность и слаженность помогли спасти жизнь.